В Екатеринбурге бесстыжий вор покусился на святое. На воскресную школу при храме Николая Чудотворца. Ту, что на улице Халтурина в Заречном микрорайоне. Точнее, на содержимое кошелька одной из прихожанок, которая оставила свою дамскую сумочку в гардеробной православной школы. А сама с детьми ушла на утреннюю воскресную службу. В опустевшей школе остались лишь мать с сыном, которые в ожидании прихожан накрывали на стол в трапезной. В этот момент в дверь кто-то позвонил, и мальчик с христианским смирением открыл дверь прохожему и впустил в помещение незнакомца с воровито бегающими глазками. Тот попросил у мальчика стакан воды, и пока подросток был на кухне, прошмонал оставленную в школьном коридоре женскую сумку, вытащил из нее нечто похожее на кошелек, спрятал в карман и взял из доверчивых мальчишеских рук воду. По информации руководства воскресной школы, вор вытащил из кошелька банковскую карточку и документы. Последние он просто выбросил, а по чужой карте расплатился в магазине за покупки. Заявление о краже уже в полиции. Бесстыжий вор по полной засветился под видеокамерой. Так что земного суда ему, вероятно, ждать недолго. А что до высшего, а на том свете свято-татца наверняка уже поджидают черти с раскаленными в адской жаровне иудиными сребрениками.